И вот настала пятница, 12 января. А на улице минус 30. Ну, что вы думаете, мы будем ходить на рыбалку? Все окна у нас опять. Все замерзли. Запотели. Сейчас быстренько что-то похарчуемся и... Да, Андрюха, скажи что-нибудь. Холодно? Холодно. Женя собирает свои манатки. И уезжаю. Так вот немножко придавило. Ну сейчас солнце-то выйдет. Может и нагреет термометр. А так мы ледяной водой чистим зубы. А, вот как мы топим, кстати. Энергетики. У кого там котлы рвутся? У нас вот кабан нас согревает. У нас дома градусник есть? Есть. Домик. Благодаря кабану. Да, кабан вещь такая. Если бы не вот так. Видите, русская печка закрыта. Топим кабаном. Это вон сюда. Это мне, да, туда. В те сани мои. Передние. А на себя-то? Раз сюда, на себя. Тросик примерз.
сидим. Все нормально. Сидим, говорю, на дорожке. Кто не снимает? Блин, как здесь тепло-то. Как здесь хорошо. Последний псыш. Масло еще раз сильно есть. Будет дочь, как это неплохо. Смазать, чтобы не скрипеть, пока ехать. Доставь ее на столе. Нет. Понял. Ну что, пол первого, поехали. Все, спасибо этому дому, приедем еще раз. И не один. Я сейчас еду туда. Главное не опрокинуться.
тормозит. Ну там тормозит, мы не умеем. Не умеем. Вот такой вот у нас. Как ну что, Андрюха, передавай привет кому-нибудь. Кому? Вован, он тебя увидит. А что, Вован смотрит? О, еще как. Да? Конечно. Я тебя постоянно смотрю. Но он жадный. Вован. Вован смотрит. Да, мы сегодня очень долго едем. Техника ломается, не выдерживает. На улице минус 30. Обалдеть. Хоть бы доехать бы. Боженька. Крути. Пускай. Да? Ну, почистим. Потуши, блин. Дын-дын-дын-дын-дын. Интересно, так же с дерганием запишется. Сидеть ничего нет. Возите с собой инструменты всегда. Ящик уже наполовину пуст. Наполовину пуст. Возите с собой инструменты всегда. Все заканчивается. И батарея заканчивается. Саня красавчик. Вообще, блин, выдержал. Ни разу не заболел. Thank you.